12 мая 1828 года часть задунавских запорожцев под предводительством своего Кашевого Иосифа Гладкого ушла из-под власти турецкого султана и явилась по вину государю императору Николаю I. Более 50 лет прожили буйные запорожцы у турок. Мысль уйти ненавистных басурман долго бродила среди казаков. Нужен был вождь, и им стал Кашевой Гладкий. Николай I простил запорожцев за их измену и на просьбу поселить на Кубани ответил. Началось переселение в 1862 году, а последняя партия для заселения станицы Северской и станицы Никольской вышла в 1864 году. Отпраздновав Пасху и провода, казаки 29 апреля 1864 года выступили в далекий путь. По отзывам стариков, переселение шло легко, особой нужды ни в чем не было. Скоро переселенцы достигли предела в Кубанской области. И, переправившись через реку Ею, в первый раз вступили на землю кубанского казачьего войска. Их встретил сотник, назначенный сопровождать партию до места поселения. Изначально казаки облюбовали себе место вдоль реки Белой. Но сотник сказал, что есть старшие нас, они знают, куда поселить. На Белую пришлись другие переселенцы. Переправившись через Кубань по Инемскому байдачному мосту, переселенцы через два дня пришли в назначенное место. Это было 27 мая, в дороге казаки пробыли 29 дней. На месте уже были отмежеваны земли, все планы одинаковые, по 16 сажений. В 1863 году недалеко от здания станичного управления произошла стычка между черкесами и отрядом Северского драгунского полка. Именно тогда драгуны потеряли много людей, в честь них и назвали станицу Северской. Получив планы, северцы приступили к строительству домов. За постройкой станицы наблюдали очень внимательно. Строить саманных и турлучных хат начальство не позволяло, только рубленные хаты. За лесом ездили в станицу Азовскую, к зиме большинство хат построили. Хлеб собирали по сей еще черкесами. Продовольствие получали из станиц Хомская и Григорьевская. Первые годы страдали от болезней. Причина – тяжелый климат и недостаток воды. Не было торговых лавок. Совсем приходилось ехать в город. Дорог занимала две недели. В 1887 году через Северскую прошел первый поезд до Новороссийска. Но недальновидные северчане отказались от станции. И мимо Северской прошли поезда, увозя мануфактуру, хлеба, лес и бакалеи. И только через пять лет опомнившиеся казаки сумели организовать станцию, уплатив при этом немалые деньги. Стремительно стала развиваться торговля. Можно смело сказать, что железная дорога сделала станицу процветающей. Она же и привлекла в станицу много иногородних ремесленников и торговцев. Станицу посещали и несчастья, наводнения и пожары. Хлебопашество у казаков не получило особого развития. В первые 50 лет после заселения станицы земля оставалась плодородным. Сеяли пшеницу, овес, сленка, наплю, рожь, подсолнечник. Но со временем без должного ухода, без удобрения урожай и хлебов очень сильно упали. Стремлений же улучшить свое благосостояние у казаков не было, а потому сеяли по привычке на уже только хлеб. Но цена хлеба была невысока из-за сорной растительности, из-за того, что не хотели казаки вводить новые технологии в очистку зерна, хлеб родился плохого качества. Скотоводство – самое важное и необходимое занятие казака. Северцы пришли из Никольска на быках крупной южноукраинской породы. Но со временем быки уступают место лошадям, они более быстрые и не требуют столько корма. Разводят в станице овец, коз, птицу. Но за скотом нет должного внимания и ухода, а потому со временем скотина и птица мельчают, дают очень мало молока яиц. Зато в станице выращивают много свиней, их количество увеличивается с каждым годом. Из-за известной любви к салу каждый казак считает своим долгом откормить и зарезать кабанчика к Рождеству или к Пасхе. Каждая казачья хата обязательно окружена несколькими фруктовыми деревьями. Любовь к деревьям северцы принесли из Украины. Но садоводства как такового не было, никаких мер по улучшению не принимается. Всевозможные вредители уничтожают урожай, а борьбу с ними казаки считают невыгодной и пустой затеей. Впрочем, для жителей беда как и не урожай, так и его изобилие, излишки некуда сбыть. Виноградарство находится почти в таком же состоянии, что и садоводство. Виноград часто портится обильными дождями и начинает загнивать еще зеленым, но все же дает большие заработки, чем садоводство. Оно идет на вино хоть и достаточно незавидного качества. Первая паровая мельница в Северской появилась только через 20 лет после основания станицы. До этого мало ли муку в станицах Елизаветинской, Маринской, Хомской. Имевшиеся уже в станице водяные мельницы использовались только зимой и весной. При отсутствии ветра не могли станичники использовать и ветряную мельницу. В станице полным ходом шло производство черепицы, плитки, кирпича. Процветало и гончарное дело из-за того, что глина в Северской легкоплавкой, вполне пригодная для выделки изделий. В 1912 году в станице возник громадный маслобойный завод Дицмана. Масло и макуху отправляли внутрь России и за границу. Можно сказать, что заводское дело в станице шло впереди ее развития, обеспечивая потребность не только местного населения. Два раза в год, 29 июня и 26 октября, в станице работали ярмарки. На них казаки могли себе купить все необходимое для хозяйства и продать ненужное. Так и жили северские казаки первые 50 лет. Служили государю, родились, крестились и умирали. Пахали землю, садили хлеба, растили детей, открывали школы. Спасались от наводнений, выстраивали хаты после пожаров. За большим благосостоянием не гнались, да и не было времени простому казаку подумать о богатстве. Служили государю, храня границы империи российской.